После тяжелой недели менеджер отправилась в конце концов на пляж, чтобы отдохнуть. Там она познакомилась с маленькой девочкой Мелани. Малышка жила со своей мамой неподалеку, в маленькой хижине. Хорошее настроение ребенка быстро передалось менеджеру. Они весело играли вместе на берегу. Устав, они прилегли отдохнуть и увидели пролетающую мимо ласточку. «Это летит радость», — сказала малышка. «Что летит?» «Радость. Мама всегда говорит, что ласточки приносят радость». Вечером менеджер попрощалась с ребенком и поехала домой. Как только она чувствовала, что ей необходимо увидеть ласточку, она ехала к Мелани на пляж. Они весело проводили время. Иногда они просто сидели рядом и наблюдали за ласточками. Через некоторое время женщина тоже почувствовала принесенную ласточками радость. Это была особенная дружба. Однажды женщина пришла на берег с грустью. Как обычно, Мелани радостно приветствовала ее. Но женщина хотела остаться одна. «Я сегодня не настроена играть с тобой. Моя мама умерла. Оставь меня в покое». «Ей было больно, когда она умирала?» «Конечно, больно». Оборвала ее женщина и ушла. Слишком глубоко она погрузилась в свою боль. Через несколько недель женщина почувствовала себя лучше и начала скучать по Мелани. Она чувствовала себя немного виноватой. Она снова поехала на пляж, но не нашла там Мелани. Поэтому она подошла к хижине. Молодая, очень печальная женщина пригласила ее войти. Менеджер представилась. «Я не вижу Мелани. Мы так хорошо играли вместе. Где она прячется?» Мелани умерла на прошлой неделе. У нее была лейкемия. «Наверное, она вам этого не сказала». Внезапная боль пронзила менеджера. Мать продолжила. «Она любила этот пляж и просила меня переехать сюда. Я не могла ей отказать. Казалось, здесь она чувствует себя лучше. Несколько дней она была счастлива, но вдруг ее состояние резко ухудшилось. Ее голос оборвался. Мелани попросила меня передать вам кое-что. Я сейчас». Мать принесла ей что-то, обернутое в пестро раскрашенную бумагу с надписью «Для моей подруги». Внутри она нашла нарисованный Мелани ее пляж, желтый песок, голубое море и большая ласточка. Внизу было аккуратно подписано: «Ласточка принесет тебе радость». Женщина больше не могла сдерживать слез. Она обняла мать Мелани. Теперь рисунок висит над ее письменным столом на видном месте. Подарок маленькой девочке, научившей ее радоваться. Иногда кажется, что только трагедия может вырвать нас из нашей бешеной жизни и заставить задуматься о действительно важном. Мы часто слишком заняты, чтобы почувствовать красоту мгновения, поблагодарить за подаренных нам людей. Многие из нас пережили трагедии и удары судьбы. Иногда происходят вещи, которые мы не можем понять. Многое кажется выше наших сил. Катастрофы, тяжелые болезни, смерть есть часть жизни. Никто не может их избежать. Вопрос в нашей реакции. Может быть, мы ищем объяснения, жалуемся или стараемся даже в такой ситуации увидеть светлую сторону.